Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Зимняя рыбалка». И сегодня я покажу, как сделать своими руками, то есть как купить вертыш или колышек для зимней рыбалки, для палатки. Давайте начнем. Вот, смотрите, берем обычный кровельный саморез за 8 рублей. Устанавливаем. Тут или обычный гаечный ключ подойдет, или трещотка. Ключ такой вот, трещотка. И смотрите, просто закручиваем. И сейчас все закрутим. Ну вот, сильно я не буду закручивать. Посмотрите, вот вертыш. Кровельный саморез мы закрутили. Отлично подойдет вот на 8 ключ трещотка. И все, мы закручиваем наш колышек для палатки, для зимней. Вертыш готов, также подойдет и для абсолютно для летних палаток и для летних шатров, где грунт, песок с камешками отлично будет входить и закручиваться. Вот такие колышки. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!